Первые социальные ясли готовятся к открытию в Иванове. Одинокие женщины, потерявшие работу, смогут оставить здесь своих детей, чтобы решить вопросы трудоустройства. Мини-ясли обустраивают в одной из квартир на проспекте Ленина. Этим занимается Центр защиты семьи, материнства и детства «Колыбель». Дошкольное учреждение на 12-15 мест начнет работу в конце весны, начале лета. Оно получит финансирование из городского бюджета и в рамках муниципального заказа. Мамы воспитанников будут платить минимальные суммы за пользование яслями.